Давненько не было выпусков антикемпинг-департамента, и я даже не знаю почему. Карта «Ледяной перевал». Два юнита антикемпинг-департамента отправились на вызов. Совсем рядом с респом стоят два проигрока и стреляют в людей. Да, справились не отлично, но сойдет. Ну и грех не воспользоваться таким поджимом. Через некоторое время решил по приколу вернуться на то же место. И что же я там увидел? Почему их так притягивают эти тупорылые позиции? Вдобавок досталось и местному джиперу на УАЗике, но он просто попал под горячую руку. И в этот момент на меня совершили покушение. Киллер оказался непрофессионалом и зафакапился на этапе тактического танкистского приставания сзади. В общем, бой получился прикольный, давно такого не было. Следующий инцидент случился на Аляске. Мало того, что один багетовоз был замечен за бревнами где-то на границе карты, кстати, место довольно излюбленное на топах, проверяйте почаще. Так дальше вообще абсурд. Парковка прямо посреди автомобильной развязки. Я лишь вежливо попросил мужчину перепарковаться. Надо было его дальше затаранить, но эта мысль появилась после нескольких случайных выстрелов в сторону подозреваемого. Он же тянулся к детонатору, правильно? Вот я и выстрелил. На крепости люди повадились объезжать по низам. Не скажу, что это очень плохо, но показать я вам это решил. Ну и под конец несколько совсем простеньких фрагов. Да уж, челикам и правда сложно уехать с респауна, а я такой плохой тут успеваю круг по карте сделать. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравился ролик и вы поддержите меня лайком и комментарием. Спасибо за просмотр.